Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам буду рекомендовать очень классное программное обеспечение, которое поможет вам снять активацию iCloud на iPhone и iPad устройствах, точно так же отключение функции «Найти iPhone». Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Опять компания PassFab нас радует и находит нам очередные варианты, как же все-таки избавиться от таких трудностей, когда мы, допустим, совершаем какую-либо покупку, неважно, покупаем мы БУ, iPhone, iPad, и так получается, что у нас заблокированы iCloud, или же, естественно, функция включена «Найти iPhone». Да чтобы почистить данную проблему, избавиться, использовать полноценное устройство, относительно полноценно подмечу, есть некоторые нюансы, о которых вы, конечно же, узнаете немножечко позже. Значит, при открытии программы у нас есть два меню. Слева у нас снимает iCloud, справа у нас отключает функцию «Найти iPhone». То есть, когда мы нажимаем на нам нужное меню, у нас выскакивает предупреждение, что нас ожидает. Это будет то, что мы накатим jailbreak. Нам нужно будет устройство ввести в DFU режим. После того, как мы подключили, наше устройство будет, программа будет выходить в обнаружение, найдется. Сейчас у нас накатится jailbreak, будет устанавливаться на наше устройство, после нам покажет все наши доступные функции пошагово, то что у нас будет происходить, накатится наша прошивочка в совместимости с jailbreak'ом, и по итогу мы с вами получим устройство, то которое снят блок, и как бы мы сможем его использовать, но с ограничениями. Какие будут ограничения? Вы не сможете звонить или отправлять смс, а так будете использовать как iPod Touch устройство. Что собой представляет данное ПО PassFab Activation Unlocker? То есть точно так же доступно для Windows 10 и ниже, это 7.8.1 и XP. Точно так же для Mac OS. Что нам говорится? Нужно здесь подключить устройство, снимает блокировку iCloud и точно так же отключает функцию «Найти iPhone». Пошаговая инструкция, как происходит все, накатывается jailbreak, устройство ввести в DFU режим и снимается это дело. Но хочу заметить, то есть какие у нас здесь будут минусы. Минусы данного программного обеспечения в том заключаются, что вы не сможете звонить, вы не сможете проверять счет, отправлять смс. Но вы сможете все так же использовать Wi-Fi, заходить в App Store, использовать iTunes, то есть музыку, фото, видео, все. Короче, ваше устройство будет функционировать как iPod Touch. Вы не сможете его использовать именно как телефон, кому-то позвонить. Ну, естественно, вы, конечно же, сможете позвонить через Wi-Fi звонки, вы сможете звонить кому угодно, Telegram, Viber, WhatsApp там, и так далее, и так далее. То есть это вы сможете использовать. Но как звонилку, конечно же, нет, основную по сотовым данным. То есть это будет та жертва, которую вы должны учитывать. А так, в принципе, это все работает, функционирует и точно так же снимает функцию «Найти iPhone». То есть это применяется программа для чего и в каких ситуациях. Купили вы какое-то устройство, которое заблокировано по iCloud, и вам нужно отключить функцию «Найти iPhone» и точно так же убрать блокировку iCloud. Именно как раз для таких ситуаций вы просто накатываете jailbreak и используете телефон как iPod Touch. Это, конечно же, намного лучше, чем вообще никак его не использовать. Я вам провел демонстрацию, небольшую инструкцию, объяснил, зачитал, как понимаете, вы получаете просто устройство без использования сим-карты, а так полноценно оно работает, то есть с Wi-Fi, со всеми теми функциями, которыми предусмотрено, он работает, но без сим, то есть вы должны понимать, какие это жертвы, и в принципе это все работает. Все ссылки нужны будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Точно так же будет промокод с 30% скидкой на покупку данного программного обеспечения. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, не забывайте подписываться на мой канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте лайки, для меня это очень важно, вы меня мотивируете. Оставляйте ваше мнение в комментариях, я каждому отвечаю на абсолютно все комментарии. Ну, скоро увидимся! Just cooking for me. They say my shoe came crazy, the mental aside.